Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и мы продолжаем играть в Dead Light. Прежде чем начать игру, хотел бы поблагодарить своего подписчика, который подписан как Бернарджи. Дело в том, что он мне написал, что у всех персонажей перки одинаковые, только последний у всех разный. На самом деле, я вообще не обратил на это внимания. Вот такой вот, ребят, я немножко был невнимателен. И теперь я хотя бы, мне не придется в этом всем разбираться, просто об этом знаю. Да, это просто, легко заметить, но я на это вот реально не обращал внимания. Следующее, он мне написал, что он вместе со своим другом дал название каждому генератору. Слушай, ты можешь написать мне в комментариях под этим видео, какие именно... Ты дал название, вы дали название этим генераторам, мне просто интересно почитать, если что, я оглашу это в следующем выпуске, просто реально мне хочется, я не знаю, посмеяться, потому что это реально смешно, забавно будет. Так, хорошо, и спасибо каждому, кто, в принципе, дал мне хоть какую-то информацию, чтобы я немножко разобрался в этой игре. Но поскольку я начал прокачивать немножко этого выжившего, которого зовут Эдвард Лоун, давайте за него сейчас и поиграем. Кстати, мне еще написали комментарии, кстати, тот же самый Бернардж, что есть какие-то нычки здесь, который маньяк на 80% искать там не будет. Я не знаю за эти нычки, он написал, что сложно их как-то описать или о них рассказать, поэтому сегодня я постараюсь их просто поискать, ребят. Будем, конечно, и чинить генераторы, и текать, наверное, 100% от маньячелы, хотя если мы найдем какую-то топовую нычку, может быть, еще все и гладко пройдет. Хотя зачем мне нычка, если у меня задача, в принципе, чинить генераторы? Все, я появился, и давайте будем сразу бегать. Так, топовая нычка, ну посмотрим. Ну, в принципе, я видел часто, что выжившие бегут сюда. Но здесь маньяк, по-моему, за мной постоянно, в принципе, гонялся, как ни крути. Так, надо найти генератор прежде всего. А здесь у нас... А, сюда мы пройти точно не можем. То, ребята... О, уже маньяк есть, ух! Давайте я от него, наверное, немножко убегу подальше. Я ж надеюсь, он не за мной погнался там. О, здесь еще один такой же, как и я. Замечательно. Так, а че я не чиню? Все, давайте починим, поможем толстячку. Опа, есть, попал. Давай еще раз. Я жду, я готов. Блин, вот это, конечно, бревно, оно закрывает мне все поле зрения. Есть, первый генератор у нас починен. Да, он починен, все. Все, это хорошо. Так, давайте, наверное, за ним побежим. Я так понимаю, он знает эту уже карту. Кстати, этот геник я назову... А что тут рядом? Тут рядом крест. Крестоносец, ребят. Он будет у нас крестоносец. Давайте я тоже дам свои названия генераторам. Там, поскольку возле рядом крест, почему бы не называть его крестоносцем? Так, а этот... А что у нас здесь? Ладно, давайте поможем и подумаем, как можно назвать этот. Так, рядом есть какой-то... Ой, чуть не промазал. Здание. Так, рядом есть заборы. Ой, я промазал. Рядом есть, естественно, эта виселица. Есть могилка. Назовем его Могиль. 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 А чё нет? Могиль. Нормально. Итого у нас есть уже крестоносец, есть Могиль. Блин, знаете, так по-странному это звучит, то, что я сейчас делаю и даю название генераторам. Так, все, побежали крестоносцу чинить. Побежали. А вон, побежали чинить Могиль. Побежали! Блин, вот это капец, только что было опасно, но маньяк, походу, неопытный и меня не задел, слава богу. Так, ох, блин, я думал, это уже опять этот маньячело, но это наш доблестный Нагиев. Ага, вот есть генератор. О, а этот мы назовем многолистник, ребят, многолистник. Рядом, видите, куст вот этот вот, или что это с дерева. Короче, будет у нас... О, тысячелистник, нет, да, тысячелистник будет, все, тысячелистник. Все, значит, у нас уже есть могил, у нас есть крестоносец и тысячелистник, все. Опа, и я буду текать вот сюда. Ух, он меня задел, или он не меня задел? Нет, он не меня задел. Так, он, я надеюсь, сейчас за ними побежит. Все, он за ними побежал, я, значит, побегу чинить генератор. А мы этот генератор чинили или нет? А, да, мы его чинили. А, так он починенный.
Не, подождите, мы чинили какой-то тысячелистник. А где он? Ой, что я присел? О, вот он, все, тысячелистник. Все, давайте его починим. Замечательно. Пусть все, вот так вот. О, как раз у меня есть и обозрение, нормально. Сейчас я быстро его починю. Есть, попал. Есть. Так, теперь нам осталось... Блин, этот откуда его вылез? Я вообще его не... Кстати, вот тут нычка может быть. Ля, смотрите, я просто запрятался. Я даже его не заметил вообще, реально. Я обалдел, знаете, такие двое. Блин, ты прекращай вот это вот. Прятаться так. Ой, а там кто-то был. Ага, это маньяк. Все, я побегу. Блин, надо спасти того чувака. Он держится, он ждет. И правильное дело, что он не выходит. Это очень правильно, ребят. Мне написали, что если я, например, выйду, играя за выжившего, если буду в подвешенном состоянии, я выйду. О, блин! Вот это я, короче, вообще... А, меня ранил, да. Если я выйду, то нашему маньячку не засчитают очки, не дадут ему крови. И это плохо, ребят, потому что, ну, зачем устраивать подлянку? Не нужно этого делать. Ага, все, я понял, я постараюсь его сейчас отвлечь. Давайте я вот так оббегу. Кстати, а тем временем... А, уже трое повешенных. Вот падла. Ладно, давайте я побегу вот здесь. И я постараюсь, может быть, все-таки кого-то спасти. Так, а кого? Давайте, наверное, вот того. Блин, один уже умер. Короче, получается, что баллы будут ему не начислиться. Блин, меня положил. Беги, чувак, беги! Я ценой своей жизни тебя спас. Ты теперь просто обязан выбраться. Обязан. Хотя, знаете, мало ли кто там играет. О, правильно. Правильно. О, я побежал. А где? Кто-то тут должен быть живой. Подождите, где он? А, все, вижу. Сейчас я пойду и его постараюсь спасти. Я вижу его. У них мало жизней. Кстати, я, в принципе, уже могу, по-моему, открывать ворота. И ух ты, падла, ни хрена себе. Вы видели, что он творил? А я вот так сделаю. Я успею. Нет, я не успел. Блин, зараза. Я не успел. Это все, ребят. Походу мы проиграли, да? Получается. Или мы еще можем как-то выбраться? Нет, мы проиграли, но мы усердно боролись. Мы усердно. Я получил, получается, 46 крови и 10 зубов. Или что это? Да, наверное, так и есть. Так, нажимаем ОК. Давайте меню. Ну, давайте еще раз сыграем за этого толстячка. Нет, давайте я сыграю. Наверное, меня попросили, кстати. Реально, я вот сейчас... Вспомнил, меня попросили сыграть за блондиночку, за нашу красотку. А что я могу ей улучшить? Давайте вот это я ей улучшу. Я могу? А, нет, я пока вместо вот этого не сделаю, я не смогу улучшить здесь. Ладно, скорость бега, хорошо. Поиграем тогда за блондинку. Я так понимаю, у нас есть некоторые персоны, которые любят смотреть, как бегают симпатичные дамы, несмотря на то, что они даже и нарисованные. Но, в принципе, все равно глазу приятно, наверное. Мужскому контингенту почему бы и нет. Но дело в том, что маньяк тоже, знаете ли, бывает привлечен и гоняется тупо за мной, и это не совсем радует. Я не понимаю людей, которые выбирают этого Нагиева. Вот серьезно, зачем? Мне кажется, это уже настолько заезженная тема, или просто мне его вид... Парит или бесит, я не знаю, ребят. Но я им играть точно, вообще я его прокачивать точно не собираюсь. Вот блондинку прокачаю, толстячка тоже. Вы видели, откуда она там взялась? Она что, из воздуха появилась? Ее не было. А, она, наверное, ее сервер, она, видно, с опозданием просто к нам попала. Что ты бегаешь вокруг меня? У меня задница круче, чем у тебя на данный момент, поняла? Посмотри на мой топлес, дура. Ладно, давайте побежим. О, кстати, а этот генератор одиночка. Назовем его одиночка. Он тут один стоит. Хотя вот рядом есть еще, но здесь рядышком он есть виселица. Кстати, надо будет найти тысячелистник и его постараться... Опа, есть. Давай, я успею дочинить. Или не успею. Опа. Или я успею. Есть, я успел. Вот это я наглый тип. Блин, и меня сейчас ранил. Блин, и он меня вообще повалил, получается. Так.
Я надеюсь, меня сейчас кто-то спасет. Ну как такую девушку в топлес не спасти? Давай, подруга, беги, беги ко мне. Не стой, куда она сбежала? Я тут вешу. Я генератор починил ценой собственной жизни. Она вот этого там бегает, кочурится. Нагиев, ты что, дебил? Меня спасай. Он бы успел. Капец. Вот это жалко, что я не могу сейчас управлять и смотреть, где кто. Ну, что ты стал? Вас там двое. Что ты стал? Что ты руками там водишь? Капец, а маньяк вообще какой-то мазила, что ли? И... Блин, ну это вообще не интересно. Реально, они уже могли меня спасти. Ну вот что ты стоишь? Я все, я умер, типа, или что? А что это такое? А, меня типа спасли все-таки? Ну отлично, я рад, и спасибо. Низкий вам, мать его, поклон. И полгода не прошло. Так, этот генератор у нас типа починенный. А, надо ж 5 генераторов чинить, правильно? Все, давайте, я надеюсь, что я успею этого снять. Есть! Блин! И меня положили. Ладно, давайте поползем, поползем. Нет, не успели. Мне интересно, а чего они так медленно вообще ползут? От него не уползешь. Кстати, ребят, а здесь есть, как в Dead by Daylight, типа какого-то, блин, как оно называется? Туннеля, блин, не туннель, как же оно, кейс, не кейс, люк, люк какой-то, там, где можно выбраться. Ну, не открывая ворота. Я просто не в курсе, если кто в курсе, напишите. Но я сомневаюсь, что здесь такое есть на самом деле, это просто предположение. Поскольку игра, типа, очень близко к Dead by Daylight походит, я думаю, что она пытается все перенять оттуда. Так, и опять меня повесили, и опять положили того чувака, и опять где-то та подруга бегает, и ей, походу, на все пофиг. Она даже генератор не чинит, понимаете? А мне уже все, мне уже кранты, мне труба, все. Я им генератор, значит, починил, а они вот так вот ко мне, ну, это подло, ребят, это подло, все. Я сейчас помер, сейчас будет череп, все, все. И я, наверное, нифига не получу. Нет, я получил 17 крови, ну, наверное, за то, что я починил генератор. Ну, давайте еще раз за нее же... Нет, или за маньяка уже сыграем. Давайте, наверное, за маньяка уже сыграем. Да, давайте. Так, улучшить я ему пока мисс ничего не могу. Да, ладно, все, значит, так и сыграем. Так, давайте ожидаем игроков наших. Но когда я играю за выживших, как-то быстро все схватываются и подбираются игроки. О, сейчас, кстати, тоже быстро и нормально, мне это порадовало. Ну все. Кровожадный Джек идет искать вас. На самом деле я просто забыл, как его зовут. У него там какое-то настолько припиздоханное имя какое-то. О, я кого-то увидел. Так, что за беда? Вижу тебя. Иду к тебе. Блондинка. Я только что тоже играл за блондинку. И меня, падлы, завалили. Не-не-не, ты от меня не скроешься. Не-не-не, только не сейчас. А что происходит? Так, сделаем вид, как будто мы идем мимо. Сделаем вид. Мы только делаем вид, ребята. И мы уже близко и атакуем. Есть. И еще раз, еще раз, еще раз. Есть. Все, теперь мы можем его повесить на крюк. Ну, ты идешь на крюк? Блин, да что за фигня? Что оно сегодня подлагивает немножко? Все. Так, этот генератор я, наверное, разобью. Кстати, нас очень долго он разбивает генератор. Просто нереально долго. Смотрите, я наношу уже третий удар. Сколько он тут уже починил его? Четвертый удар. Пятый удар. Блин, я уже... Все, короче, не буду я больше бить этот генератор. Так, тут у нас кто-то есть? Да, у нас там кто-то есть. Смотрите, как он заныкался, думает, что я его не вижу, вы поняли? А давайте я тоже вот так буду идти и резко вот так выскочу. И ударю. Нет, я промазал. Ладно. Вот зараза. А я сейчас кровишки наберу. Есть. Давай, давай, давай. Иди сюда. Да, 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 да. Я наступил на кровь и теперь могу вас догонять. Блин, подлюки.
Что такое, разъединиться решили, да? Обойти меня? Ну, давайте разъединитесь. Пойдем сюда, сейчас, наверное, он здесь где-то что-то будет чинить. Ага, он, скорее всего, где-то здесь, вот он, вот он. А давай мы тоже побежим. Есть, ранил, отлично. Ну, ну, давай, 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 иди на крюк. А чё я не могу его на крюк отправить? Что за беда? Все. Ребят, я так понимаю, что там можно делать такое, чтобы нельзя как-то словить, когда ты ползаешь или что? Я просто только что не понял. Есть, ранил, нифига себе, да я вообще крут. Давай, давай, давай. Блин, она же сейчас свалит, и я ее хрен потом где найду. Кстати, я не могу найти еще одного. Кстати, уже два генератора они починили. Блин, вот это заканчивается. Почему, когда я бегу... О, где-то что-то взорвалось. А где? Ладно, не на том заострил внимание. Блин, я промазал? Как я мог? Сударь, вы подлец. А? Обмануть меня хотела, не получилось, да? Да, не получилось. Есть, попал, отлично. Так, у нас осталось двое. Стоп, подождите, почему двое? А, одного спасли. Я понял. Так, а это у нас, по-моему, тысячелистник, да? Нет, он, по-моему, находился в другом месте, ну да ладно. Блин, а сколько здесь вообще генераторов? Штук 6, наверное, или... О, вижу кого-то. Иди сюда. Я что, не задел тебя? Да ты обалдел. Ага, я вижу там кого-то, вижу. Иди сюда, падла. Иди, иди, иди ко мне. Обмануть меня хотите, да? А вот не получится. Я набрался сил и могу бегать. Есть. А что такое? Блин, я ему должен был больше нанести ударов. Я думал, он уже раненый. Окей. Я все равно сигану за блондиночкой. Давай, иди ко мне. Мужики тебя спасли, понятное дело. Но смертный день никто не отменял. Бугагашеньки. Вижу тебя. Что ты там приседаешь? Посрать хочешь? Понятное дело. Я б тоже срал, если бы за мной такое гналось. Есть. Отлично. И отправили. Так, а где-то он здесь был. Я его видел. Вот он, вот он, вот он. Я так понял. О, давайте наберемся немножко кровищи. И его сейчас постараемся... Давайте сиганем. Ага, он хочет, короче, успеть ее снять раньше, чем я его... Есть! Есть! Я успел его ударить раньше, и это супер круто! Ты не с тем связался! Так, а где наш третий? Кстати, а куда я этого повесил? Я не вижу, чтобы он где-то тут был повешенный. Я так понимаю, оно не на ближайшее его повесило, да? Ладно, по-моему, я там его видел последний раз, да? Вот того вот... Да, вот он, по-моему... Вдалеке видели, нет? Или это меня глюкануло? Нет, по-моему, там кто-то точно был. Так, здесь генератор, я так понял, не починенный. И здесь никого нету. Так, кого-то сняли и вылечили. Это блондинку нашу или нет? А, и кто-то умер, кстати. Я так понимаю, умерла блондинка. Значит, мы теперь будем играть против двух Нагиевых, я так понимаю. Не знаю почему, но мне просто язык не поворачивается сказать его, назвать его как-то по-другому. Ладно, им еще надо починить целых 3 генератора. А значит, у нас еще есть время, чтобы их догнать, наказать и насадить на крюки. Но перед этим еще пару раз треснуть монтировкой. Вот и они. А вот и они, два сапога пара. Давай, давай, да, я за тобой пойду. Я за тобой. Опа, есть контакт. Иди, 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 иди ко мне. Опа, я резко поворот сюда и... Опа, блин, промазал, да? Ладно,
беда, печаль. Но мы расстраиваться сильно не будем. Ой, куда-то ты вперся. Что такое? Неудобно бежать, с управления сбился, да? Иди сюда, сука. Бада-бада, убивать тебя буду. Давай, давай, давай. Беги, беги, все равно не убегишь. Есть контакт. Давайте его на крючок. И погонимся за следующим. Кстати, подождите, а каким образом он починил генератор, если они тут вдвоем от меня бегают? Есть, и положим обратно. Давай его обратно, я сказал. Так, скорее всего, он меня сейчас здесь захочет оббежать. Здесь он, нет? Блин, он где-то тут, я чувствую, нутром, вот монтировкой своей чувствую, где-то он рядом. Ага, все, вижу. Вижу тебя, иду. Не то нажал, ребята. Вижу тебя, иду к тебе. Вот собака бешеная. Давай, давай, иди ко мне. Слушай, ну вот это кругами, это совсем не интересно. Ты же понимаешь, что я тебя рано или поздно все равно догоню. Сука, только видео затягиваешь. Ой, я куда-то сильно развернулся. Где он? Вижу. У меня есть немного, в принципе, набранной крови, но это для рывка, на всякий случай. Все, он умер, все. Ему теперь осталось только разве что добраться до генератора. Он понял, что этот сдох, а значит, будет где-то теперь постараться чинить, искать генераторы. Блин, вот куда он мог смыться? Так, может он где-то присел, как Аньяда хочет сделать? Где ты? Я иду за тобой. Ля-ля. Все равно найду тебя. Собака бешеная. Так, давайте я все-таки проверю этот генератор. Возможно, он здесь по кругу где-то как-то обошел, чтобы меня обмануть. О, это мы возле могилки, ребят. Я узнал этот генератор, я его назвал могилка. А, могил, могил, какой могилка, могил. Блин, вот это он, конечно, всандалил куда-то, и теперь попробуй его где-то тут найди. Этот генератор, блин, ну, управление немножко сбилось, починенный, наверное. Мне надо, чтобы где-то взорвался генератор. Я надеюсь, что этот тип не совсем меткий. Блин, ну так я его долго и нудно. Смотрите, осталось один генератор ему починить. Ладно. Мне интересно, может тут всего 5 генераторов? И если вот тот генератор один остался, который там, то получается мне надо где-то недалеко от него быть. Потому что логично, что он туда прибежит. Но обычно на картах все равно дается больше генераторов. Все, он починил? Ни хрена себе он резкий. И где мне теперь его искать? Как мне понять, возле каких он ворот? Блин, а чё так быстро? Это, видно, перки какие-то ему помогли или что? Я не понимаю. Всё, он выбрался. Нифига себе. Вот это парень просто, я не знаю. Но я получил 115 крови, как ни крути. Ребят, ну вы были на канале Экспировид. Подписывайтесь на мой канал, поддержите видео лайком. И я буду больше выпускать по Dead Light, ребят. Пишите в комментарии свои советы, если кто что знает, я обязательно это прочту и, естественно, вниму эту инфу в себя, ребят. Ставьте лайк, будет больше, будет лучше. Пока.